Всем привет. Ну, рассказывай. Папа принял комплект работы. Да, папе нынче говорили вроде, что не дадут. Но сегодня он пришел и принес кульки с работы. У меня сегодня тут Марина, Ваня и Оксана. Оксана сегодня в школу не пошла. У нее что-то с утра температура была. Ну, сейчас все хорошо. Кульков. Сколько? Шесть. Шесть. Ну, давай, доставай. А почему шесть? Ну, в одном пакете по три. У вас же семеро. Ну, ладно, сейчас спросим ее. Ну ладно, все, давай. Сейчас мы достанем, откроем вот так вот подальше. Спай. Опа, и посмотрим. Убирай подальше пакетик. Так, подожди, давай покажем, что в кульках. Вот такие вот конфетки. Шоколадка. Какая? Это что, это нуга? Вафелька. Три вот такие. Да. Это Рафаэлла. А, нет, это не Рафаэлла. Это наподобие. Да. Ну, в целом, вот такой вот вкусный кулечек. Давай, всыпай в тазик все это, складывай. Мы приготовили вот такой вот тазик. Давай. И будем все вот в этот тазик складывать. А потом посмотрим, сколько всего в общей сложности. Потому что нам кажется, что кульки все разные, да? Давай вот сюда поставим. Доставай все кульки сюда. Маш. Вот, да, доставай. Один папа уже сказал, открывал там на работе, давал. А, значит, или что, чай не... пил, или что, не знаю. Ну, отодвигай туда. Это вот так же. А почему Влад 6? Вы 14? Сейчас откроете, подожди. Отодвинь пока вот эти вот сюда, чтобы не мешались. И вот сюда вот на стол высыпай. Будем смотреть, что там. Ну, мне... Да, они, ребята, все одинаковые. Да, только мармеладки уже другие. Если сравнить вот с этими мармеладками, то немножко другие. И этих больше. Ну, давайте, доставайте из упаковок. Еще одна шоколадка. И будут выбирать потом они. Вот у детей радости, да? Тазика не хватит, но потом решим. Вот это конфеты. Три Маша откроет, три Оксана. Опять как эти же. Да, ну, уже так там в каждом таком. Ну, надо еще один тазик, наверное, да? Да. Маша, иди попроси папу еще какой-нибудь хороший один тазик достать. Вот видите, один тазик конфет уже. Вот это на все каникулы. Потом будут они по одной конфетке брать. Давай вываливай. Опять мармеладки. Давай, складывайте. Шоколадки отдельные, мармеладки. Вот такие вот отдельно ложи. Остальные нет, конфеты вот туда. Выбери отсюда шоколадки и мармеладки. Это правильно, сюда тоже. Вот эти вот вафельки. Вот такую вот вафельки. То, что вот большое. Это сюда. Выбирайте. Это... Вон, Маша. И вот так вот разложите. Тут будут конфетки. Вон, видишь, тут копать на, Маш. Мармеладки сюда. Вот это сюда. Вот эти вафельки сюда. Вот эти вот вафельки тоже сюда. Ложите сюда. Там, Маш, еще есть. Вот вафелька. Вот эта вафелька сюда. Видите, сколько конфет у ребят будет? А, радости сколько, да, Оксана? Владик, ты посмотри в них, сколько радости. Неси тот кулек, да, который у нас дома еще. Да. Вот так вот сюда. А остальные сюда складывай. И сейчас Маша принесет, которую... Это сюда. Сейчас Маша принесет, давай покажем.
школьные кульки вот у нас. Подожди. Вот это вот школьные кульки, которые не доели еще. Вот видите, целая коробка конфет. Короче говоря, ребят, у нас конфет целая гора. Довольны? Счастливые? Вот у детей радости. Когда болеемся, вот у них радость. Вафельки сюда сразу можешь складывать. Вывали вот остатки конфет, которые здесь. Подожди. Доставай. Тихо. Шоколадки. Да, кока-кола. Вот такие вот конфетки, видите? Марин, тихо, я не могу перекричать. Видите, сколько получилось, складывай туда. Во, у вас радости, на все каникулы хватит. Каждый день по одной конфетке будете брать. Да, Ваня? Да. Маша, у тебя сейчас мимо посыпется уже, все, аккуратно. Ой, мимо посыпалось. Видите, какая радость у них. Счастливые дети. Но мы всегда как делаем? Я убираю в коробку. Сейчас мы коробку небольшую занесем. Да, у нас там есть коробки. Подожди, нет, по одной будете. Вы, хватит, вы эти дни все по две ели. В оконцовке потом блевать начали все. Все. Ваня, Марина и Оксана блевали. Так что все, никаких. Ложи, ложи туда. Аккуратно. Какая гора, да, получилась? Все, сладости теперь по одной день. По одной конфетке в день. А шоколадки, давай посмотрим, какие у нас шоколадки. Все разные. Там где-то еще есть. А, ну вот эти вот одинаковые Несквик. Еще две шоколадки должно быть. Не-не-не, я говорю, здесь две шоколадки еще должно быть. Несквик. Несквик. А в холодильнике где-то у нас еще были шоколадки, по-моему, если не съели. Там в дверках должны быть. Там наверху в дверке должно быть. Я же говорю, там есть. Там еще с Германии, которую мне отправляли, белая шоколадка должна быть. А мармеладки какие все? Еще. Так, это какая? Кока-кола. Да, это которые еще с Германии мне прислали, я все еще их не допила. Оно так и лежит, потому что я... Не надо, пускай. Вот так вот. Все, ложите на место, потом ребятки придут и будете кушать. Сейчас коробку занесем с улицы и сделаем. Вы довольны? Да. Скажите, что фразу? Спасибо. А еще? Да. И? Подпишитесь на канал. Да, молодцы, умницы. Ладно, всем хороших праздников. Короче, никакой коробки не нашли. Коробки все большие. Решили в такой контейнер положить их. И будут на улице стоять. Ну. Вафелек тут не попадается? Ну и потом, когда все ребятки придут домой, вы прекрасно знаете, когда все дома, тогда только какая-нибудь... А, это халва. У нас вафелька вон туда укладывается. Так, стойте теперь. Вот эти вот тоже давайте сейчас сюда сверху, кроме мармеладок. Мармелад и вот этих вот кроме. Остальные все сюда. Шоколадки сюда. Это сюда. Ваня, не подожди, не мешай. Это туда. Остальные все сюда складывайте. Вот так вот целый контейнер получился. Да, там еще. Но то уже не влезет. Я так рассчитываю, что не надо сюда шоколадки, мы их поломаем. Потом невкусно. Шоколадки мы просто в холодильник. Не надо. Эти тоже надо быстро съесть, чтобы они не испортились, потому что это... Эти тоже не надо. Это чокопая. Потому что это, да, наподобие чокопая, какао, пироженки, поэтому вот так вот. Ладно, вот такой вот у нас получился вкусный бокс. Да? Бокс вкусный. Все довольны, все счастливые. Ладно, всем хороших праздников.